В Ленинградской области начался осенний призыв. Первая отправка молодых людей на сборный пункт региона будет уже 20 октября. Особых нововведений осенью этого года нет, за исключением, начиная с осени этого года, отправка граждан вооруженной силы Министерства обороны будет осуществляться в демисезонной форме одежды. То есть в такой форме, в которой сейчас я нахожусь, называется офисная форма. Вот, ну, по сезону, естественно, в зимних куртках и так далее. Вот, это для видов и родов вооруженных сил Российской Федерации. Для других силовых структур, федеральных органов исполнительной власти, МЧС, ФСО, МВД, вот, граждане будут отправляться в камуфляжной форме одежды, так называемая цифра. Специалисты отмечают, за последние годы показатель годности призывников вырос почти на 3%. Чтобы повысить работоспособность солдат и сократить период адаптации, в этом году новобранцев впервые будут прививать против гриппа. Период адаптации мальчиков, которые попадают в вооруженные силы, естественно, плюс холодный период, может приводить к заболеваниям гриппом, соответственно, и к потере трудоспособности данных людей, то есть призывников. Поэтому это очень важный фактор, который, я думаю, что мы уже будем делать в следующие призывы. Особое внимание в Ленинградской области уделяют допризывной подготовке. 30% призывников проходят обучение по военно-учетным специальностям в региональном отделении Добровольного общества содействия армии и флоту. На сборном пункте Ленинградской области, как и в прошлом году, призывники смогут пользоваться мобильными телефонами. Для родителей и новобранцев работает горячая линия. По всем телефонам, которые сейчас доведены до муниципальных районов, до отделов военного комиссариата, родители смогут позвонить и спросить, как себя чувствует их сын, куда он распределен, точно так же, если у них нет возможности приехать к нам сюда и лично с ними пообщаться. На все вопросы, соответственно, будет дан ответ. До конца осенней кампании военный комиссариат Ленинградской области планирует призвать около 2000 молодых людей.